С сегодняшнего дня вступает в силу закон, который запрещает работодателям указывать в объявлениях о вакансиях пол, возраст, национальность, семейное положение и прописку претендента. Объявление типа «требуется симпатичная девушка в возрасте от 18 до 25 лет» теперь противозаконны. В них запрещено указывать требования к полу, расе, цвету кожи, национальности, языку, происхождению, имущественному, семейному и социальному положению. Также нельзя указывать требования к месту жительства, отношению к религии и другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников. Однако, подчеркивают эксперты, есть виды деятельности, где очень важны опыт и возраст. И в этих случаях придется исхитряться, чтобы в объявлении не оскорбить чувства соискателей.